В настоящее время оперативная обстановка с паводком в районе городского округа город Якутск спокойная. Уровень воды в районе города Якутска составляет 317 сантиметров. За последние 4 часа подъем составил 1 сантиметр. За сутки чуть более 120 сантиметров. Наблюдается разводье. Основной ледоход находится в 88 километрах от города Якутска в районе город Покровск. Значит, Якутское городское звено Якутской территориальной подсистемы РСЧС функционирует в режиме повышенной готовности. Все мероприятия, предусмотренные планом подготовки к безопасному пропуску паводковых вод, выполнены в полном объеме. К развертыванию готовы 11 пунктов временного размещения на территории городского округа город Якутск. Общей вместимостью 850 человек. Угрозы подтопления сейчас нет. Подтопленных территорий в границах городского округа нет. Ведется наблюдение за гидрологической обстановкой силами 5 гидропостов, в том числе 3 постоянных гидропоста и 2 гидропоста временно. При осложнении обстановки население будет своевременно оповещено, проинформировано. В настоящее время в ежедневном режиме ведется информирование населения о складывающейся обстановке на территории городского округа город Якутск.